Здорово, бойцы! Уже 20 марта состоится вечер бокса, в главном бою которого Артур Бетербиев сразится с Адамом Дайнесом, который, кстати, родился в России, но выступает за Германию. Биться они будут сразу за два титула IBF World и WBC в полутяжелом весе. И сейчас я расскажу тебе, во сколько стартует турнир, где и как его посмотреть, а самое главное, на какие бои стоит обратить особое внимание. Ставь лайк и погнали! Начнется турнир в 21:00 по Москве, время максимально комфортное, так что можно и посмотреть. В карде будет много прекрасных отечественных атлетов, уже состоявшихся звезд и подающих надежды проспектов. Будет три титульных боя, и их я 100% рекомендую к просмотру. Набирающие обороты Харитон Агарба встретится с Хесусом Куадро за титул WBC Continental в легком весе. Дальше Азизбек Абдугафуров сразится с Павлом Селягиным за пояс чемпиона WBC Silver в среднем весе. После чего в соглавном событии будет не титульный, но очень интересный бой. Не знающий поражений российский боец Александр Беспутин будет биться с Максимилиано Вероном из Аргентины. Ну и вишенка на торте – главный бой вечера, в котором Артур Бетербиев будет защищать свои пояса против Адама Дайнеса. А перед тем, как я скажу тебе, где все это смотреть, хочу порекомендовать подписаться на наш канал. Ведь у нас тут постоянно выходят обзоры на самые интересные бои. В частности, уже в это воскресенье будет очередной турнир UFC. И обзор с видеоставками на него мы выкатим сразу же после его окончания. Так что подпишись, чтобы не пропустить. Ну а данный боксерский вечер ты сможешь лицезреть в эфире Матч ТВ. Начало, напомню, в 21:00. Лайк ты уже пробил? Это канал It's Time, я Иван Неумин. Будь здоров!